Депутатский корпус Сочи. В него входит 50 народных избранников. Чаще всего в новостях Сочи мы показываем сессии городского собрания Сочи, где, например, решается судьба основного финансового документа – бюджета города. Это и работа депутатских приемных, обсуждение инициатив в комитетах, решение социальных проблем на своих избирательных участках. Это и участие в общественно значимых мероприятиях курортного Сочи. Напряженный трудовой год, в который было очень много событий. Это осуществление депутатской деятельности. Значит, очень много вопросов было, которые необходимы, требовали обсуждения, участия. Вот по всем направлениям приходилось много и много трудиться. Люди, которые занимаются каким-то управлением, они обязаны просто по жизни что-то планировать. Другое дело, насколько мы можем это осуществить, насколько это в наших силах. Но в любом случае я планирую всегда какие-то определенные планы на год строить. Самый любимый праздник – Новый год, потому что мы всегда ждем чуда. Но любое чудо, как по философии, моя философия, оно созидаемо. Чтобы чудо случилось, надо хорошо поработать. Чтобы было здоровье, потому что это основа. Мы все понимаем, насколько это важно, насколько это нужно. Так что здоровье всем, всем им, каждому. Хочу пожелать оптимизма. Потому что именно внутренний оптимизм позволяет нам смотреть положительно на происходящие события, на события вокруг нас и с добром относиться к окружающим людям. Ну и нашим деткам хочу пожелать, чтобы они хорошо учились, чтобы у них была эта возможность учиться и чтобы была главная возможность получать любимую профессию. Пожелать вместе нам всем процветания нашему городу. Потому что как работает, как живет наш город, какие успехи нашего города, зависит и вся наша жизнь. И мы, конечно, все патриоты нашего города, любим наш город. С Новым годом, дорогие сочинцы, и с наступающим Рождеством!